Здравствуйте. Актер Максим Виторган призвал россиян отказаться от торжественных церемоний в честь Дня Победы. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте. По его словам, праздник 9 мая для тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Выжил, выстрадал, вымучил. Он подчеркнул, что ветеранов осталось очень мало, и мало кому из них обеспечили достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас этот день сочувствия, благодарности, памяти о том, что довелось пережить им, отметил актер. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!